Я, знаешь, как выхожу, как будто на поступление. Здравствуйте, меня зовут Плотников Александр, 18 лет, город Пермь. Я учусь на актерском факультете, второй курс, у грамматику. Но вообще изначально я хотел в ВГИК. Почему? Потому что я когда изучал вот эту всю тематику, там, какой институт, там, что предполагает, там, больше театр или кино, я вообще изначально хотел в кино. И, ну, ВГИК — это же Всероссийский государственный институт кинематографии, я думал, так там же кино. Поэтому нужно идти во ВГИК. И я помню, я прихожу, мне потом сделали замечание, у меня были такие голубые джинсы, рваные. И он так прямо смотрит мне вот на эту дырку, вот так презрительно, и говорит: «Вы бедный или вы хипуете?» И я так: «Вы знаете, я бедно хипую». «Бывает все на свете хорошо, в чем дело, сразу не поймешь». Ха-ба-ба-бам! Я смотрю в этот момент в окно, а там ливень, летний дождь. «Аль просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь». Все так, спасибо, присаживайтесь. Я думаю, фу, стрелялся. У меня полного метра нет. У меня есть только короткий метр. Вот у меня есть подруга, и она хотела поступать в Лос-Анджелес на продюсерский факультет. И она мне говорит: «Санька, слушай, вот ты знаешь, я хочу поступить на продюсерский факультет, и для этого мне нужно снять фильм. Ты не хочешь поучаствовать?» You and believe in you just as you would like to be understood and believed. А я как раз уже тогда хотел быть актером, и она поступила с этим фильмом на продюсерский, да, в Лос-Анджелес. У меня английский на хорошем уровне, то есть я спокойно могу разговаривать, общаться с англичанами, с американцами, да вообще хоть с кем. Я люблю практиковать разные акценты, то есть индусский акцент. Босс, welcome to 5 o'clock. Okay, boss, I'll see you, boss. I'll go to the Emirates Mall or I'll go to the Moscow City. What do you want? May I have one Coke? Ну, как я сказал, вот у них такой прям акцент. А вот у американцев, они говорят: «What's up, my bro? Yeah, you want to talk to me? You know what I'm talking about, you know? Hi, I'm from China. I want you to come to my city and I'll see you. What do you want?»